Всем привет! Сегодня речь пойдет о вот этой коробочке. Шутка. Конечно же, о ее содержимом. Хотя упаковка все же дает представление, что внутри качественная вещь. Давайте посмотрим, так ли это. А внутри только это. Да и нужно ли больше для устройства класса Plug and Play? Что это и для чего это может быть полезно? Это конвертер с USB 3.0 на SATA. Также обратно совместим с USB 2.0. Длина кабеля 20 см, цвет черный, материал ПВХ, кабель и пластик ABS, корпус самого конвертера. Конвертер рассчитан на работу с жесткими дисками HDD или CCD размером 2,5 дюйма. Для работы с 3,5-дюймовыми жесткими дисками он не подойдет, так как диски такого размера требуют дополнительную линию питания 12 вольт. Ну и для чего может быть полезен? А вот для чего. К примеру, заменили вы механический жесткий диск на современный быстрый CCD. При этом старый жесткий диск можно использовать как внешний накопитель. Конечно, есть готовые решения внешних накопителей, но по сути они мало чем отличаются от такой связки, так как содержит все тот же жесткий диск, конвертер, ну и корпус. И за счет этого стоит немного дороже. Имея же такой конвертер, пылящийся на полке старый жесткий диск получает вторую жизнь. Да чего уж там, можно и новенький прикупить. Все же немного дешевле, чем внешний жесткий диск. Ну или необходимо хотя бы попытаться восстановить данные с поврежденного диска, а подключить кроме как по USB возможности нет. А на этом все. Ссылки, как всегда, в описании под видео. Пока.